Давайте еще раз, еще подробнее вам делаю. Если у вас вот эти кнопки, какие-то кнопки, ну, обычно, может быть, вот эти кнопки, что надо сделать первым делом? Заходите в панель управления. Фокусировка плохая. Сколько открылось-то? И если у вас будет вот так, нажимаете категория, очень фокусировка плохая, категория, крупные значки, ой, плохой, плохо фокусировка делается. Вот. И выбираете центр социальных... Пролистывать этот раздел. Центр специальных возможностей. Мне, видно, плохо будет видно. Вот. И вот тут выбираете облегчение работы с клавиатуры. Облегчение с работы клавиатуры. И вот тут вот у вас может вверху стоять, где будет написано управление мышью с помощью клавиатуры. Включить управление указателем с клавиатуры. Включить экранную клавиатуру. Вот это нажимаете, убираете галочку. Больше ничего не делаете. И потом вот сюда, где слово «применить». Включить экранную лупу. Применить. Окей. Всегда пролистывать этот раздел. Включить экранный диктор. Включить экранную клавиатуру. У вас будет работать. Контрастность. И у вас будет работать. Включить экранную лупу. Включить экранную лупу. Включить экранный диктор. Всегда пролистывать этот раздел. Включить экранную клавиатуру. Настроить высокую контрастность. Центр спид. Включить экранную лупу. Включить экранный диктор. Таким.